Тася испугалась. Мы пришли на экскурсию. У нас на Соборной площади художники продают свои картины. Мы с девчонками пришли посмотреть, какие картины здесь продают. И вам показываем пейзажи. Смотрите, какие здесь красивые на полу, девчонки. Ой, какой кот смешной. Какая котяра. Воронцовский маяк. Очень красивая картина. И стул из 12 стульев. Девчонки, видите, на Дерибасовской стул Остапа Бендера. Девчонки рассматривают картины. Очень красивый пейзаж с лодочками, мне очень нравится. И тот, да, и этот. Такой закат или восход, Ульяна, как вы думаете, это закат или восход? Наверное, восход. Закат? Закат. Закат. Ну вон, сейчас вот приплывают. Закат. Девчонки решили, что это закат. Видите, это графическая работа цветными карандашами, Потемкинская лестница. А это мой самый любимый художник на Соборке. Он рисует морские пейзажи. Я прям не могу. Мне так нравятся эти пейзажи. Очень здорово. Одесское море. Смотрите, какая красота. А это реалистично, да, так? Это тоже. Это тоже, это масса. Ой, это долго. Вот девчонки спрашивают, сколько примерно? Ну, я не знаю. Очень долго, наверное, такую картину. Отойдите. Ну, я думаю, месяц нужно рисовать такую картину. Тут метра два на полтора размер. Вот есть художник, спросил. Вот мы еще подошли к картинам. Одесский марианист рисует такие пейзажи морские. Нравится, девчонки? Здесь продают очень оригинальные картины, нарисованные на нотах, на газете. Клубнички вот такие. Красная икра и черная икра. Прикольно, да? А вот еще зонтики на нотной бумаге. И балерины. Балеринки. Вот нарисовали наш оперный театр. Мы в прошлый раз рисовали с детками. Это на холсте маслом. Очень реалистично нарисовано. Видите, как прописаны все детали. Очень здорово. Собор мы рисовали. Лиза! Ой, Лизочкина работа.
вдалеке виден собор, который мы рисовали. И Таисия, Таисия. И Таисин собор. Вот такой у нас сегодня мастер-класс. Молодцы, девчонки. Очень здорово у вас получилось. Очень здорово.